посетили нас на кастинге. Диана поразила нас своими вокальными данными. Такой голос мы услышали впервые. Но один Мухаммед, который предпочитает, чтобы его называли просто Димаш, очень круто и очень эмоционально. Ну, а что делал Димаш, вы увидите сейчас сами. Встречайте, Диана Чемирова и Диляев Дин Мухаммед! Thank you.
know if my texture is the best for